Очаровательная Алекс Роджерс. Родилась в США в Южной Каролине 3 ноября 1991 года. Она выросла в довольно обеспеченной семье и с самого детства увлекалась компьютерными играми. Одной из таких игр стала знаменитая World of Warcraft, которая и вдохновила девушку взять псевдоним Зедра. Но, пожалуй, главной страстью Алекс, подарившей известность во всем мире, стало оружие. Все просто влюблялись, увидев фотографии хрупкой красотки в камуфляже со штурмовой винтовкой или пулеметом наперевес. При этом девушка умеет не только позировать на камеру, но и мастерски обращается с огромным количеством разнообразных пушек. И, конечно, как полагается, имеет свою довольно внушительную коллекцию. Звездный час наступил в 2019 году, когда компания Activision предлагает Алекс стать моделью одного из персонажей новой части Call of Duty – Modern Warfare. Девушка не скрывает, что была счастлива, получив такое предложение, поскольку с детства является поклонницей серии Call of Duty. Так на свет появилась оператор Мара и сразу же полюбилась многими игроками. А позже персонаж был добавлен и в следующую часть игры – Warzone. В результате Зедра стала одной из самых знаменитых стримерш. Помимо гейминга, Алекс увлекается косплеем и любит побаловать фанатов крутыми фотосессиями в своем инстаграм, а также ведет уже почти миллионный ютуб канал, где тоже можно найти много всего интересного. Ну и конечно же, девушка не забывает о фитнесе и регулярно посещает спортзал, а несколько лет назад даже выступила на соревнованиях в категории бикини. Однако это ее не слишком заинтересовало, и сейчас она просто старается держать себя в форме. А еще Зедра прекрасный кондитер и может порадовать своего избранника вкусными булочками. И, пожалуй, это все на сегодня. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.